снова в Ростове-на-Дону. У нас, так сказать, перезагрузка. Все то же самое, что было в прошлом году, мы теперь проходим и слушаем в суде заново. Но, несмотря на это, наши мужья и братья держатся стойко. Как бы этот суд проходит формально, что бы они ни сказали, никто их во внимание, то, что они говорят, не принимается. Но, несмотря на это, они говорят. И машалла, они вчера просто зарядили нас всех своей стойкостью, своей силой. Два дня мы находились в судах, видели своих родных и близких. Держатся ребята прекрасно, ничего их не пугает. Молодцы. Огромный селям алейкум передают всему джамату, который неравнодушен и приезжает к нам поддержать нас вместе с ребятами. Получили девочки свидание, ну я в том числе, наверное, жду, надеюсь. Завтра, послезавтра, Аллах смит и цимы, на свидание пойдем. Сегодня будем отправлять посылки нашим близким. И еще такой момент хотела рассказать, что приезжая сюда, мы всегда стараемся сделать передачки. Я спросила у Мерсина, нужно ли ему что-либо. Он мне сказал, что буквально дней 10 назад ему сделали передачу. Я потом вспомнила, что была фотография на странице Османа Арифметова, который стоял на пороге СИЗО один, делал передачу. И вот мой супруг и остальные братья получили эту передачу. И сейчас Осман Арифметов находится где-то тоже по соседству с нашими мужьями. Аллах сабр версан его семье и всем, кто сейчас попал, да, вот под эти репрессии этого года. Это вначале это, конечно, очень сложно, но несмотря на все эти сложности, вот этот джимат, который прекрасно знает, что, возможно, и за ними придут какое-то утро, они не оставляют нас, и большое им за это джазак Аллаху хайран, Аллах разолсан, и мы всегда просим Аллаха, чтобы Аллах защитил все ваши семьи. Чох сагулнас.